Здравствуйте! Народный артист России Виктор Сухоруков против продолжения съемок фильма «Брат-3». Напомним, по сообщениям в СМИ, музыкант и шоумен Стас Барецкий заявил в интервью известному телеканалу, что группа кинодеятелей работает над продолжением культовых фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2». Некоторые сцены фильма «Брат-3», уверяет он, уже отсняты. А сейчас проводятся переговоры с актером Виктором Сухоруковым и Ольгой Бузовой, которая должна сыграть саму себя и спеть песню к фильму. Народный артист России Виктор Сухоруков заявил в интервью «Вечерней Москве», что не желает слышать о возможном продолжении культовых фильмов «Брат» и «Брат-2». «Даже слышать об этом не хочу, не могу. И знать этих продолжателей не желаю. Эта новость мне напоминает бред, глупость, которую даже не знаю, как комментировать», – заявил артист. Виктор Сухоруков отметил, что не обсуждал с шоуменом Стасом Борецким съемки в картине «Брат-3». Он подчеркнул, что разговоров об этом не было и не могло быть. «Повторяю, что я не знаю этих людей и знать не хочу. Пусть этот шоумен лучше откроет дом моделей в тюрьме, а не фильм снимает. Кино – это искусство». Алексей Балабанов был художником. Также Анастасия Волочкова отреагировала на слухи о предстоящих съемках в художественном фильме «Брат-3». «Какой брат-3? Какой Борецкий? Это тот случай, когда новости о себе узнаешь из интернета», – подчеркнула она. А что думаете вы о продолжении культовых фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2»? Пишите свои комментарии. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Хочешь получать уведомления о новых видео? Жми на колокольчик.